Ребята, это S4 прямиком из Америки сразу к нам. Здесь мы уже доработали внешнюю часть. Были маленькие овальные насадки, стали красивы под стать агрессивному виду машины. И дальше мы сейчас услышим, как она звучит. Едет, да, ну, конечно, когда ты сидишь один, естественно, вот, и в баке меньше, естественно, это... На стоке, да, еще? Да, на стоке, конечно. Но насадки прямо сюда, ну, здесь прям не хватало вот этих насадок больших, потому что они вроде бы с завода идут с раздвоенными, но они какие-то маленькие, как мне кажется. Но я могу сказать, что на самом деле-то... Ну, ребята, красавчики. Пацаны, вообще, ребята. Потому что уже вторая машина, которую я привожу. Первая машина была Genesis G70. Там мы, считай, половину выхлопа, ну, чуть ли не полный выхлоп мы делали на ней. Вот, и на удивление звук был прям феноменальный для 2 литров. И ребята прям делают все скрупулезно, прям все отточено до мелочей. Миллиметр к миллиметрику, писюньку к писюньке. Так же, как и с этими насадками, казалось бы, да, но обычные насадки, как бы взял, поставил и все, ну и забил. Вот, а тут... Филигранная в любом случае работа, потому что нужно, чтобы каждая сторона соответствовала одна другой, ну, чтобы везде все ровно было, четко и красиво. Спасибо, очень приятно, прям душа радуется. Камеры подписи получили. Он такая. Машина своего рода игрушка, но с ней нужно аккуратно да, играть, здесь... так сказать. Но спасает другое, что здесь полный привод постоянно, квадро и спортивный дифференциал. То есть она очень многое прощает из-за этого. Потому что если брать ту же самую BMW, да, она может не простить определенные такие ошибки. Там если выключить стабилизацию, то все, чуть не так, сразу в столбе. Ну, такая веселая машина. На ней постоянно, конечно, я не ланчую, да, ну, как бы. Так, если замеры делать какие-то, иногда там раз в неделю почувствовать, что органы ушли куда-то назад, да, можно.